связи с морозами губернатор попросил усилить контроль за ситуацией с топливом в регионе. Об этом Игорь Орлов заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве Архангельской области. Ну, в целом процесс идет достаточно стабильно, поэтому просьба сохранять сложившийся порядок действий и скорость реагирования на возможные трудности, особенно связанные с ресурсообеспечением наших населенных пунктов, ну и социальных объектов. Мониторинг запасов топлива в регионе по поручению губернатора ведется еженедельно на особом контроле. Ситуация в Архангельске, Няндомском и Вельском районах, где основная часть котельных работает на привозном топливе.